Представляю вашему вниманию маленькое видео в формате такого ugly fucking trick, значит, без всякого монтажирования и записи в линию. В общем, да, сейчас быстренько сделаю интересную фишку с Оптомиксом. Нам, значит, потребуется вот такой вот стек-кабель, ну, любой, в общем, стек-кабель, либо мультиплеры какие-нибудь. Главное, чтобы из одного выхода получить два сигнала. Берем выход его, вставляем во вход. Да, Оптомикс, как известно, это на slow pass gate, но с ним можно делать еще кое-какие веселые вещи. Значит, во вход берем второй выход из него и вставляем его во вход страйк. И получаем... осциллятор. Вот, с такой интересной формой. С помощью ручки Control. Меняем его питч. Он у него очень короткий, но тем не менее. А с помощью ручки Damp меняем форму. Всем пока.